Всем привет! С вами снова Димка, и сегодня будем смотреть очень-очень крутой, как я думаю и надеюсь на это, трейлер, которого уже давно все ждут. Трейлер к защитникам. Не тем защитникам, которые выходили не столь давно в российском прокате. Это защитники от компании Marvel, в которые будут входить Сорвиголова, Джессика Джонс, Железный Кулак. Кто там еще? Люк Кейдж. Короче, и еще с ними же парочку человек будет. И я этого сериала жду, наверное, с момента выхода первого сезона на Сорвиголовы, когда был анонсирован, в принципе, этот проект. Собственно говоря, не так давно вышел сам трейлер, и сегодня я попытаюсь записать свою покерфейс-реакцию на данный трейлер. Не буду долго тянуть, потому что уже и так долго оттягивал, и очень-очень интересно, что там получилось. И я очень надеюсь, что мое лицо будет непоколебимым. Итак, поехали. На счет 3, 2, 1, пуск. Ты прервала общегородское расследование. Ты украла улики с места преступления и способствовала убийству моей единственной зацепки. Я пыталась ему помочь, но не помогла. Джессика Джонс? Больше ни слова. Ты кто вообще такой? Меня зовут Мэттью Мёрдок, я твой адвокат. Как геройство в Гарлеме помогает тебе жить настоящей жизнью? Не знаю, я просто хочу помогать людям. Кажется, тебе нужно встретиться кое с кем. Эй, ты что там делаешь? Ты кто такой? Ты кто такой? Почему тебе нельзя навредить? Что за дело с этим кулаком? Я неуязвимый железный кулак. Ты кто? Вы на одной стороне. Вы четверо. Дьявол адской кухни. Хитрожопый детектив. Что, проблемы? Бывший зэк, праведник. Виноват. И парень со светящимся кулаком. Война за Нью-Йорк уже здесь. Так что кончайте страдать херней. Чем больше у тебя связь, тем проще будет тебя сломать. Выглядишь как идиот. Твой шар. Из нас неплохая команда. Не. О чем ты говоришь? Пули непробиваемые. Слепой ниндзя. Ты чем бы ты ни была. Первоклассно. Провалено, просто провалено. Это просто было здорово. Очень здорово. Прям. Ну, молодцы, ребята. Это как раз то, что и ожидалось видеть. Я прям вспомнил тот момент, когда вышли первые Мстители, когда их просто показали всех вместе. Слезы на глаза наворачивались от радости. И вот сейчас то же самое, в принципе. Потому что... Ну, этого ждал, я ждал, и, ну, соскучился за всеми ими, они еще в одном в сериале будут, я надеюсь, что трейлером хорошим это не ограничится, это все будет развиваться в хорошую историю, поэтому будем ждать, очень понравилось, что показали Стика, Электру, многих. Я думаю, еще будут выходить трейлеры, еще будет больше персонажей показываться, потому что заверено, по крайней мере, немножко больше, чем показали в трейлере. Но уже очень классно. Не хватает, может быть, карателя. Или это будет перебор. Не знаю. Увидим. Всем пока, пацаны. И девчонки. Вдруг что? Я не знаю. Всем пока.